Сенатор от Коми Валерий Марков предложил увеличить численность депутатов Государственного совета Коми с 30 до 36 человек. По мнению члена Совета Федерации, это позволит повысить ответственность парламентариев перед своими избирателями. А увеличение числа депутатов не потребует дополнительных расходов. Как отметил Валерий Марков, большая географическая удаленность населенных пунктов республики и затрудненная транспортная доступность не способствуют эффективной работе с населением. Возьмем Южный округ. Койгородок, Прилузье, Сысола, Сыктывдин. 4 района, 1 депутат. Возьмем Западный округ. Удара, Усть-Вым, Книжпогост, 1 округ. Люди пытаются достучаться до власти. Вот к нам депутаты не ходят, мы не видим, там еще что-то. А попробуйте по такому округу побывать, скажем, хотя бы один раз в каждой деревне, в каждом селе за свой срок. При численности избирателей от 500 тысяч до миллиона предусмотрено избрание в представительный орган власти не менее 25 и не более 70 депутатов. Сейчас в региональном парламенте их 30, это менее половины от допустимого лимита. Увеличение численности депутатов Государственного совета Коми потребует пересмотра границ избирательных округов, сказал Валерий Марков. Законодательную инициативу сенатора парламентарии рассмотрят на очередном заседании Госсовета Коми 24 октября.